Я сегодня пришла в Государственный центральный архив кинофотодокументов с целью посмотреть, вот сначала в разведку, как говорится, да, посмотреть, можно ли найти какие-либо документы о моем родном селе, в частности, Господнем заводе Костекский, который расположен в этом селе, посмотреть, есть ли документы о самом заводе, о тех людях, которые его строили, и, конечно, о своем отце, который долгое время работал там директором Господнем завода. Этот завод, Костекский Господнем завод, он подчинялся Москве, союзного значения был, и вывел совместно с учеными Книжа, они вывели подкоронную породу овец. И что я была удивлена, я, как говорится, пришла в разведку и там уже внизу почувствовала, когда сдавала документы, вот свои письма подготовленные, что я хочу здесь увидеть, потому что я сюда пришла не только вот в архив кинофотодокументов, но и в архив научно-технических документов. Но оставила там везде письма, и первый мой путь был вот сюда именно, в архив кинофотодокументов. И что я увидела? Во-первых, отношение людей к посетителю, который пришел со своим вопросом. Мы посмотрели фильмы, и в последнем фильме «Интенсивный откорм овец» я увидела своего папу. Это было вообще очень замечательно, как будто бы я, ну, наяву с ним общались. Вам спасибо большое, что можно, оказывается, прийти, работать и найти очень многое о той истории, которая прошла в нашей молодости, в которой работали наши родители. Вот. Ну, теперь я даже вот смотрю карточки. Здесь можно посмотреть и карточки, оказывается, да, фото, да. Люди, которые, вот, ну, простые люди, чабаны, которые работали тогда и которые создавали все это вообще так здорово. То мое мнение, что я приду и, наверное, ну, сдам свои документы и не смогу посмотреть, а оказывается, это все можно увидеть своими глазами. Я вам очень благодарна, что я думаю, что я еще не раз приду и буду смотреть, потому что очень большой фонд. Вот даже идешь по этажу, вот шла пока я сюда, но настолько все красиво оформленное и столько много документов на стенах, что оказывается, это может каждый прийти и смотреть. Вот, ну, мне кажется, это очень здорово вообще. Я очень благодарна, что я сегодня смогла прийти к вам и поработать. Спасибо большое.